Всем привет! Сегодня у нас четверг, 3 октября. Воздушная тревога. Я еду на работу. И сейчас зайду в зоомагазин. Кстати, мне вчера позвонили. Бухгалтер всю эти манипуляции провела. И я могу уже забрать деньги за неправильно купленный корм. И сегодня с утра заказала корм нашим котам Брит в розетке. Цена снова выросла, уже 8 килограмм стоит 1999, короче 2000 уже. А буквально недавно я его покупала, в прошлом месяце его покупала за 1900, вот за месяц на 100 гривен подорожал, а в прошлом месяце я покупала его за 1600. Ребята, я уже на работе, есть минутка, хочу с вами поговорить. Все вы прекрасно знаете, что я уже несколько лет веду сбор средств для помощи животных и помогала животным Торецком. К сожалению, сейчас заехать в Торецк Ване, который мне помогал, уже невозможно. Туда заезжают волонтеры редко и находится там определенное количество времени, незначительное, потому что очень опасно там. И развозом корма они заниматься вряд ли будут. И у меня нет с ними связи. Поэтому мы приняли решение с Ваней, так как деньги на счету еще есть. И я уверена, что вы и дальше будете помогать в сборе. Помогать животным близлежащих окрестностей Торецка, например, Иванополье, а также город Константиновка. Сейчас там тоже очень напряженная ситуация, часто бывает очень громко, много прилетов ежедневных, и там огромное количество животных, которым нужно помогать. И обращаюсь к тем зрителям, которые сами из Иванополя, либо из Константиновки, может быть, Дружковка, Краматорск, то есть ближайшие города к Торецку, знаете, кому действительно нужна помощь, кто нуждается, кто имеет много животных, у кого какие-то мини-приюты есть. И действительно, можете написать мне в личку все ссылки на мои социальные сети есть в описании под видео под каждым. Вы можете написать мне в личку фамилию, имя, номер телефона, адрес, сколько животных, какой корм нужен, то есть для котов, для собак, в каком количестве. И по возможности я буду заказывать корм, отсылать на новую почту в Константиновку. И Ваня согласился продолжать развоз корма по адресатам, но не в Торецк. Иванополе, он сказал, поедет по Константиновке, да, потому что он находится в Константиновке. И Дружковка, Краматорск, ну, может быть, Покровск. Все это нужно оговаривать. Так что, ребята, если вы знаете, кому нужна действительно помощь, кому давно не помогали никакие организации, а также, может быть, торечане, которые выехали в Константиновку, Дружковку, Краматорск вместе со своими животными. Я понимаю, как вам сейчас тяжело, и я готова помочь, чем смогу, в зависимости от того, как будут производиться сборы. Я надеюсь, вы меня услышали, распространите эту информацию, поделитесь этим видео. Я также сниму маленькое видео, потому что здесь в Ютубе можно говорить много. А в ТикТок и в Инстаграм там определенное количество времени можно записывать. То есть я четко без воды запишу видео, что мы продолжаем помощь животным, которые находятся в ближайших городах от Торецка.
Буду благодарна, если поделитесь и в Инстаграме, кто на меня подписан, и в ТикТоке этими видео. Чем больше людей об этом узнает, тем большему количеству животных мы сможем помочь. И прикрепляю снова номер карты, может быть, кто-то забыл, но в описании она всегда есть. Можете отправить любую сумму, любая сумма очень важна. На данном этапе у меня там 4 с копейками тысячи, то есть несколько мешков корма я уже могу купить и отправить нуждающимся людям. Спасибо за внимание. Берегите себя. Все, рабочий день позади. Спустилась в метро. Еду домой. Леша позвонила. Должен меня встретить. Потому что вечером, оказывается, здесь тоже в Киеве ходить опасно. Давичи ко мне за мной вязался один экземпляр. Пьяный. Мало ли что у него в голове. Леша меня старается всегда встречать. Просто он немножко опоздал. Увязался в метро. Пытался меня провожать. Такое себе удовольствие. Фиксика! Иди сюда. Кто маму встречает? Фиксик маму встречает. Привет, мой хороший. Сейчас и Степу покажем. Леша меня встретил. Я уже дома. Что? Рассказывай. Вот так, да? Вот так. Вот так. Степа, теперь у нас ты замещаешь Лёлика, да? По скалолазанию. Лёлик на всех верхотурах был. Ну, ему хороший. Степка. Степка, Степка. Степка, Степка. Степка, Степка, Степка. На ужин будем есть уху. Я недавно ее варила. Как в Турции, помните, когда мы приезжали, кто ночью приезжал, тому давали ночной суп. Вот у нас будет сейчас ночной суп, потому что уже 9 часов. Еще есть селедка, филе. Не знаю, может салат какой-то завтра приготовить, потому что тут ее много. И есть отварная картошка, если Леша захочет. Я могу селедку просто даже без картошки с хлебом есть, и мне вкусно. Всем, кто ужинает, обедает или завтракает, приятного аппетита. Хочу показать работы Алексея за последние сутки. В связи с, наверное, с голливудскими страстями, пизиди и так далее, Лёше начали заказывать вот таких певцов. Кто это? Тупак. Вот так вот. Йоу. Йоу, да. Это все он? Да, это все его альбом. Капец. Сейчас оно упадет у меня точно. Ну, это будет крах. Тут еще ж внутри. Покажи внутри. Кресты. Я шепелявлю. Ну и тут там разворотики еще. Да, такой серьезный. Да-да. Бесшейный дядя. Шея отсутствует. У него сразу голова и плечи. Длина шеи. Животное. Красиво. Это двойной. Диск для хирурга, на рэп для хирурга, потому что он весь в белом стиле. У него такой серьезный диск. С золотым пистолетом. Этим вот. Все. Не, ну кстати, рэпчик такой, я послушал. Такой спокойный. Это усилитель, Леш, Денон. На чем сидит мышь? Да. Ресивер. Он греется, ресивер этот. И Марси облюбовала это место.
Они просто получили. Ну, только кексу, мерси. Я только волосню выбираю. Не, мерси класс, от нее нет волосни. И от нее вот это вот все время ляпухи. А кекс это все. Тут все. И кекс еще, кстати, на системнике любит спать. Он тоже теплый. Там Боня загорает. Бонечка. Упадет. Не упадет. Смотри, кто гоним упадет. Ага. Запачкал папа, скажи, да? Боня! Боня! Бонька! Сейчас придет ко мне. Бонечка! Угу. Ой, ребята, скоро займусь изучением цен на стиральную машину, телевизоры, потому что многие там спрашивали за стиралку. В связи с последними событиями не до этого было, естественно. В ближайшие дни определюсь и всем отвечу, кто писал, спрашивал цены.